Под председательством в РИО начальника МВД по Приморью Эдуарда Хавабу прошло межведомственное совещание по итогам работы полиции Владивостока. По сравнению с показателями прошлого года снизилась регистрация тяжких и особо тяжких преступлений, пьяной и бытовой преступности, улучшена раскрываемость поджогов, краж и автоугонов. Нам предстоит обеспечить правопорядок при проведении важных мероприятий международного формата. У нас пройдут соревнования «Дети Азии», пройдет Восточно-экономический форум, «Тигриный саммит». К этим мероприятиям управление по городу Владивостоку сейчас очень активно готовится. Продолжил мероприятие глава города Константин Шестаков. В своем выступлении он подчеркнул, что продолжается совместная работа администрации с органами внутренних дел как по предоставлению помещений для опорных пунктов и выдачи служебного жилья сотрудникам полиции, так и в направлении развития деятельности добровольной народной дружины. На особом контроле также стоит профилактическая работа с подрастающим поколением. В завершение хочу поблагодарить руководство МВД города Владивостока и весь личный состав управления за совместную работу и помощь в решении вопросов жизнедеятельности города. Спасибо за внимание. Сотрудники, показавшие высокие показатели оперативно-служебной деятельности, удостоены благодарственных писем и почетных грамот. Анна Дьякова, Олег Завялов, новости на Восьмом.